Почему автополив выгодней? Депутаты Карагандинского городского маслихата осматривали площадь перед цирком, где в прошлом году завершились масштабные преобразования. Как сегодня она выглядит и какие замечания и пожелания высказали народные избранники в нашем сюжете? Вот вопрос, а что трава уже полезла? Как? Трава полезла, говорит. Так должно быть? Вот этот кусочек? Да. Ну, трава, она может вырасти в любой вот в этом. Сквер возле цирка на баланс управления парками культуры и отдыха был передан в прошлом году. Прошлым летом тут работа кипела, и территория возле цирка преобразилась до неузнаваемости. Здесь наконец-то поменяли брусчатку, а это около 4000 квадратных метров, которая долгие годы была в плачевном состоянии, поэтому депутаты особенно тщательно осмотрели качество укладки. Ну, надо было, наверное, предусмотреть, Лёсик, чтобы так такого не было. Оно же на следующий год поднимет брусчатку. Вы согласны со мной? Почему? Ну, здесь вот единично, на всей площади нету этого. Ну, вы у нас гарантия есть у вас? Конечно. Гарантия 3 года. Справьте, пожалуйста. Помимо этого, тут проложили ливневки, чтобы на площади не образовывались лужи, отремонтировали до того неработающий фонтан, являющийся одной из достопримечательностей города. Восстановили освещение. Год показал, вот сейчас депутаты пришли проверить по итогам работ, что работает, что в каком состоянии. Вызвали подрядчиков, чтобы, если есть замечания, чтобы депутаты могли сразу донести до подрядчиков, и они могли исправить. У них гарантийное обслуживание более 3 лет, 5 лет. 5 лет у них гарантийное обслуживание. А еще тут произвели высаживание газонов. И чтобы трава весь год радовала изумрудной зеленью, установили автополив, которого раньше не было. Автополив, он важен для того, чтобы он поливался сам без участия людей. То есть будет автоматом заполняться емкость 2 раза в день. То есть рано утром и поздно вечером появляется. Для того, чтобы на брусчатке не ездили тракторы, чтобы вот этого ручного полива не было. Человеческий фактор, он может в одном месте хорошо полить, в другом месте плохо полить. Из-за этого зеленые насаждения страдают. А также газон, это для лета это очень приятно, зелено, свежо. Вода тут водопроводная от Караганды-СУ. Получены техусловия на подключение, выяснили депутаты. Собственно, и раньше она была водопроводная, только тяжеловесные машины довозили воду по пути, продавливая брусчатку и создавая неудобства. Автополив с экономической точки зрения обходится дешевле, еще и потому, что не нужно оплачивать труд рабочих. Вы знаете, что президент поставил задачу по экономии воды. Вода – это один из важнейших ресурсов, который мы должны экономно расходовать, но при этом ухаживать за зелеными насаждениями для благоустройства и удобства граждан мы тоже обязаны. И вы сами видите контрастность. Там, где поливает, грубо говоря, управление парками, там газон выцветший от солнца. А там, где система автополива, он такой замечательный, зелененький и радует глаз. Вот, наверное, это и самый яркий показатель. Неохваченные автополивом участки депутаты предложили дооснастить. Для этого необходимо подать бюджетную заявку на следующий год. Депутаты также оценили доступность среды на сквере для людей с особыми потребностями. В рамках партийного проекта «Кедергиз-Искер-Келишек» мы контролируем в том числе доступность. И сегодня и акимом области, и акимом города перед руководителями подрядных организаций четко поставлена задача о том, что необходимо создавать в том числе и скаты, съезды, спуски для лиц с инвалидностью. Вы знаете, совсем недавно, в прошлом году здесь невозможно было спуститься именно с этой стороны заезда в центральный парк. Ну вот, исправили. Я думаю, отлично, замечательно. Неплохо было бы, по мнению депутатов, установить здесь дополнительные лавочки и урны. Жители и гости города любят задерживаться в этом месте, следуя по делам или прогуливаясь. Я надеюсь, что такие преобразования будут еще на других частях города, чтобы у нас все было зелено, чтобы все было классно по европейскому стандарту. Ирина Вабищевич, Зухарнайс Махаев, Николай Шевелев, 5-й канал.